До Пасхи остаются считанные дни. У прилавков с яйцами вторую неделю не протолкнуться. Продажи увеличиваются в несколько раз. При этом предприниматели обычно пытаются еще дополнительно навариться, взвинчивая цены. Вы знаете, всякое же в те годы бывало. Такие золотые яйца бывали. От разнообразия яиц на прилавках рябит в глазах, цены разнятся в зависимости от региона производства и категории. Но продавцы в один голос твердят, в этом году стоимость на главный пасхальный символ не изменится до самого праздника. Цена не поднимается. Более того, с четверга у нас стартует новая акция, там будет спеццена. Цена, то есть это повыше будет или ниже? Цена будет ниже. Опытные торговцы признаются, самые дешевые яйца оказываются еще и лучше дорогих, если, конечно, не залежавшиеся. Надо покупать от молодочек. Третьей категории, они вкуснее и полезнее. Задача сегодняшнего рейда – зафиксировать цены, чтобы потом можно было отследить, дорожают яйца или нет. Скачок стоимости антимонопольщики ожидают к концу недели, когда начнется предпраздничный ажиотаж. В том случае, если мы видим необоснованный рост стоимости, то мы вправе и имеем такую возможность возбудить дело в том случае, если усматриваем признаки нарушения законодательства. Повлиять на стоимость яиц могут и жители республики. Если покупатель заметит подорожание за предстоящую неделю, он может обратиться с жалобой в антимонопольную службу. Специалисты проведут проверку. В случае нарушения предпринимателю грозит солидный штраф. Виктор Буров, Станислав Колчинаев, Вести, Хакасия.